История с иранской шахматисткой, которая появилась на чемпионате в Алматы с непокрытой головой, обрастает новыми подробностями. Сара Хадем, как пишет испанская газета «El País», после турнира поедет не на родину, а в Европу. Девушка, по информации источников издания, планирует обосноваться в Испании. Дома ей может грозить строгое наказание. Отказ от платка власти Ирана могут посчитать как поддержку массовых протестов. Они начались после смерти в середине сентября 22-летней Махси Амини. Девушку задержала полиция нравов из-за неправильного ношения хиджаба. В Иранской Федерации уже окрестились от шахматистки, заявив, что она не представляет страну и поехала в Алматы за свой счет. Сама девушка пока никак не прокомментировала, почему вышла без платка. 25-летняя Сара Хадем – первая иранская шахматистка, завоевавшая в 18-летнем возрасте звание гроссмейстера среди женщин, а также звание международного мастера.